До студії нового дня завітала Євгенія Якушик, бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, волонтер англомовних проєктів. Сьогодні разом з вами ми поговоримо про програму малих стипендій з вивчення англійської мови. Від вас хочемо зараз почути для наших телеглядачів презентацію цієї програми, хто є організатором, як взагалі проходить набір. Программа называется Access. Это программа малых стипендий. Она проходит в некоторых регионах Украины. Благодаря поддержке посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, а также финансовой поддержке Госдепартамента США. В Николаеве, в частности, были также организованы англоязычные курсы благодаря Центральной городской библиотеке, усилиям благотворительного фонда МЕТА, від спільного бачення до спільних дій, а также международной организации PH International. Вже другий рік проходить у вас Да. перший набір, і зараз планується другий набір. Да, как раз в этом месяце мы организовываем набор во вторую группу. И хотели бы, чтобы у николаевцев была такая возможность. Як взагалі проходять заняття за цією програмою? Занятия проходят, можно сказать, они состоят из двух компонентов. Первый компонент – это, конечно, английский язык. Второй компонент – это изучение культуры, именно американской культуры. Также это воспитание лидерских качеств участников. Занятия проходят в очень интерактивной, такой игровой форме, и они больше учатся не стандартно, вот формально, как в школе привыкли, да, там учебники, да, у них есть учебники, которые им тоже выдаются, они по ним занимаются, но все-таки основной упор делается на разговорную речь, и этого очень не хватает в школах. Поэтому они всегда идут на занятия с огромным удовольствием. Кроме языкового и культурного компонента, также организовывается масса мероприятий, проектов. Они могут сами в свое время организовывать и участвовать в планировании тех же мероприятий. То есть идет еще вот такое вот воспитание лидерских качеств, как я говорила. Окрім того, що виховує лідерські якості, окрім того, що підвищується рівень англійської мови, що ще надає ця програма, що вона виховує у ваших студентах? Скажем, мы вот как библиотека все-таки хотели ориентировать студентов, участников программы на социальную работу. Они участвуют в разных социальных проектах, в том числе вот у вас предыдущая была гостья с центра. Наши участники там тоже были, они проводили мастер-классы, также мы уличные акции проводим. В том числе, например, в том году была акция Talk to Me, где в центре города они разговаривали на английском языке с николаевцами. Порадовало, что наши жители довольно-таки неплохо владеют английским языком. В этом году во время Дня города также была уличная акция, где проводили разные языковые игры на День города. В том числе удалось пообщаться с мэром города. Он тоже ответил на несколько вопросов и получил сладкий приз за свои ответы. В общем, идет также активная социальная работа. И моя, скажем так, обязанность как волонтера их в это вовлекать тоже, и мероприятия библиотеки в том числе. Розкажіть нам, будь ласка, як взяти участь у цьому проєкті, хто може стати вашим студентом, які основні умови вступу? Скажем, существуют возрастные ограничения. Участвовать могут только дети, школьники от 13 до 15 лет. Также существуют ограничения, то есть не каждый может, а только дети из семей, например, малообеспеченных семей, у которых есть опекуны, дети участников АТО. И так далее. То есть, если есть какие-то подтверждающие документы, и также базовый уровень английского языка, и, конечно же, мотивация к участию, то мы вас приглашаем для того, чтобы стать участником группы в этом Які году. документи необхідно підготувати батькам ваших майбутніх студентів чи, можливо, опікунам для того, щоб дитина змогла пройти вступ до вашої програми, до ваших курсів? Ну, первое и основное, это, конечно же, удостоверение личности, свидетельство о рождении. Также нужно предоставить мотивационное письмо, резюме о том, чтобы указать, что человек активен, инициативен, что он может участвовать в этой программе, она ему что-то даст.
Также нужно предоставить фотографии свои, да, ну как обычно стандартно. И самое важное, средний балл по успеваемости в школе не должен быть меньше 8 баллов. Также нужно предоставить как поручительство от преподавателя английского языка, также Характеристику. характеристика, да, это важно. Що ж, підготували діти документи, пройшли випробування. Скільки ще раз, давайте нагадаємо нашим телеглядачам, буде продовжуватись навчання у вашій програмі? Рассчитана программа на 2 года. 2 роки. Да, на 2 года. Значит, последняя дата, когда нужно будет сдать документы, это 31 октября. Возможно, мы продлим конкурсный отбор для того, чтобы больше участников могло поучаствовать. А вже є певні заявки від миколаївських школярів на участь? Конечно, звонки поступают буквально ежедневно, по несколько звонков. Великий конкурс тепер на місце. Конечно, да, и количество мест ограничено. То есть группу предполагается набрать 20 человек. После набора будет, естественно, собеседование, на котором мы познакомимся с участниками и решим, кто станет студентом программы XS. Євгенія, я думаю, нашим телеглядачам цікаво дізнатися про вашу команду, яка працює над цією програмою. Розкажіть, будь ласка, про викладачів та волонтерів, які допомагають створенню та реалізації цієї програми. Преподаватель английского языка очень опытный преподаватель. Это Лидия Азикова. Она работает в университете Сухомлинского. Также у нас есть группа волонтеров, среди которых я. И также приходят участники американской программы FLEX. Вот в том году у нас была Эдичка Федюкова. В этом году активно нас посещает Анастасия Каганова. И в этом году приехал также американский преподаватель Луис Перей, его зовут. Он участник американской программы English Language Fellow. Он также посещает наши курсы, скажем так, и организовывает некоторые занятия и его компоненты. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І наостанок я пропоную нагадати нашим телеглядачам, до якої дати і як вони можуть подати заявку на участь у вашій програмі. Я думаю, что на экране будет еще выведен список всех нужных документов. Также можно будет найти все условия конкурса в социальных сетях. В Фейсбуке у нас в библиотеке есть своя группа. Также в некоторых новостях в городе также выставлена эта информация, я имею в виду в онлайн-новостных лентах. И кроме этого, последняя дата сдачи документов 31 октября. Можно звонить в библиотеку, есть все контакты, связываться с координатором проекта, и она ответит на все нужные, которые у вас есть вопросы. Дякуємо вам. Я сподіваюся, що знову ж таки миколаївські школярі зможуть отримати неперевершені знання англійської мови за допомогою вашого проєкту.